Знаменитый Льговский дуб, 22 метра в высоту, 4,5 в обхвате, уже 250 лет. Он дарит чистый воздух и здоровье местным жителям. О самочувствии льговчан заботятся и в специализированном центре здоровья. 6 лет назад он открылся на базе центральной районной больницы. Люди за работой, все в движении, на тренажерах, на различных аппаратах, какими-то гимнастические упражнения, группы в разных кабинетах. Вот это всегда очень интересно, это радует. Такая картина встречает каждого, кто перешагивает порог центра здоровья. Когда-то в этом красивом старинном здании располагалась винокурня, потом детский дом. Теперь льговчане, которым не безразлично свое самочувствие, получают здесь полный комплекс медицинских услуг. Быстро, качественно, бесплатно. Здесь очень хороший коллектив. Все настолько внимательно, настолько, как говорится, добродушно и отзывчиво, что хочется сюда идти. Потому что нет, не очень много таких уже есть мест, где нас бы, пенсионеров, к нам так относились. Сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные, профилактика неинфекционных заболеваний – задача государственной важности, без устали повторяет Раиса Ивановна Денисова, заведующая центром. Приехав сюда по распределению, всю жизнь она посвятила здоровью льговчан. Всю жизнь я работаю на то, чтобы человеку было хорошо, чтобы его боль прошла, чтобы у него была улыбка, чтобы у него была радость, чтобы у него в глазах была искорка. И когда я это получаю, я получаю удовольствие. Здесь пациентов называют гостями и работают в лучших традициях клятвы Гиппократа на благо человека. Вот кабинет профилактической экспресс-диагностики. За каких-то 15 минут клиенту проведут первичное комплексное обследование, анкетирование, анализы, измерение давления и антропометрических данных. Спирометрия расскажет о состоянии легких, кардиограмма о сердечных патологиях. Ее описание сразу же выдается на руки пациенту. Красным выделены зоны, подверженные изменениям. Здесь же определяют соотношение вашей мышечно-жировой массы, содержание воды, проверят проходимость глубоких артерий. Я очень часто обращаюсь в этот центр. Огромная благодарность Раисе Ивановне, что она создала такой уникальный центр. Такие замечательные здесь девочки, которые обслуживают нас. Ходить сюда очень приятно. В соседнем кабинете вам тоже измерят давление, только глазное. Современная аппаратура поможет выявить и скорректировать проблемы со зрением. А вот состояние полости рта – предмет забот местного стоматолога. В центре здоровья работает зубной кабинет, где бесплатно проводят профилактический осмотр, выявляют начальный кариес и пародонтоз. Если необходимо, дадут направление на лечение в поликлинику. Ну вот, девушка пришла с просьбой посмотреть профилактически, что у нее происходит во рту, какая картина, нуждается она в чем-нибудь или нет. Состояние неплохое, пломбочку поменять здесь надо, слизистая нормальная, язычок чистый. Гостеприимно распахивает двери зал лечебной физкультуры. Для каждого человека здесь разрабатывается индивидуальная программа, за выполнением которой строго следит инструктор. Занятия проводим людям, которые страдают или какими-то заболеваниями, или которые желают, наоборот, оздоровить свое состояние здоровья, пожилые люди. Перед этим, как пройти, значит, занятия в нашем зале, обязательно проводят функциональные пробы, то есть определить уровень физической нагрузки, какую положено данному человеку. Беговая дорожка, гребной и велотренажер, обручи, гимнастические мячи, гантели и, конечно, хорошее настроение помогают далеким от спорта людям добиваться удивительных результатов. Коврик лежит, и когда ждешь кого-то, начинаешь делать что-нибудь, и вот успехи. Это за сколько вы так растянулись? Полгода, как вы думаете? Конечно, это все здесь дается. Очень часто проверяют нас. Я благодарна просто, что нами так занимаются. Ну, он увеличивает кровообращение, чтобы кровь лучше переносила кислород. Массажируют разные группы мышц, которые вы захотите. Кстати, на базе центра льговчане проходят и диспансеризацию. Точнее, ее второй этап, где корректируют факторы риска развития заболевания у человека. Здесь проводится и краткое, и углубленное профилактическое консультирование. Разговариваем с людьми, обследуем, определяем эти факторы риска более детально, чем в поликлинике.
и работаем с людьми. При обследовании вот в прошлом году несколько человек выявили с онкологией. Даже из-за 3 человек стоит проводить специализацию, я думаю. Здесь же проводятся многочисленные школы здоровья. За 6 лет существования центра результаты работы налицо. Раиса Ивановна, как руководитель, уделяет очень большое внимание здоровому образу жизни, профилактике, его внедрению в ряды, так скажем, населения. Очень много работает с молодежью. У нас здесь есть и медколледж, и ПТУ. И везде она проводит акции. Об акциях стоит рассказать подробнее. С завидным постоянством центр проводит мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, с общественными организациями, учебными и культурными заведениями района. День без табака, антиалкогольные и противонаркотические кампании, беседы, круглые столы, показательные выступления, нескучные лекции, а личные встречи, наглядная работа, бьющая точно в цель. Говорить о том, что все знают сахар крови, глюкозу в крови своей, не все знают. А холестерин, тем более, никто не знает. Да? А когда с человеком встречаешься, когда ему рассказывают, когда он настораживается уже на то, что можно вот эти вот факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, их можно победить и предупредить заболевание. Тогда, конечно, это вот и приносит радость. И самое главное, наша работа направлена на то, чтобы это на подрастающее поколение, на мотивацию к формированию здорового образа жизни. Это самое главное. Давний партнер центра – Льговский медколледж. Здесь даже создали специальный волонтерский отряд. 23 студента помогают в агитработе своим будущим коллегам. Вот мы раздаем памятки, ходили по домам, приглашали на диспансеризацию. А с Центром здоровья мы проводим акции, проводим, значит, круглые столы, конференции, дискуссии. Работает на базе центра и факультет здоровья местного университета пожилого человека. Лекции делают, потом занимаются здесь и проходят медицинские обследования. И люди ходят, очень хорошо ходят. И просят, когда и когда. Вот сейчас лето проходит, мы расстреливаем. А когда мы будем? Когда мы будем заниматься? Многие партнеры и сами давно стали верными гостями Центра здоровья. Сюда я тоже часто хожу, даже, может, чаще, чем в больницу, потому что всегда с удовольствием Раиса Ивановна все как бы расскажет, подскажет. У меня больное сердце, она мне подсказала такое, что я вот сейчас очень довольна, сейчас я это самое... Улучшилось мое здоровье немножко, что радует. Одно из важнейших направлений работы – это выезды. И не только в близлежащие села. Льговский, Рыльский, Курчатовский, Суджанский, Кореневский, Хомутовский, Канышовский, Большесолдатский. 8 районов области, сотни тысяч людей обследуются специалистами центра. Практически каждый день коллектив этого центра здоровья выезжает на места. Это могут быть трудовые коллективы, это могут быть администрации районов и городов, это могут быть... учреждения образовательные, всюду проводятся встречи, разъяснительная работа о пользе и необходимости здорового образа жизни. Во-первых, у нас как бы есть отдаленные деревни, а дороги не очень хорошие, к людям практически никто не приезжает, поэтому к нам приходят с удовольствием, приходят практически все деревни, всегда очереди, не меньше 50 человек мы берем в день, то есть это очень много, при норме где-то 28, то есть 50-60 человек. Мы ездим на предприятия, хорошо встречаются, да. У нас есть уже постоянные пациенты, которые к нам приходят уже. Мы всех знаем поименно, пофамильно. Работу Льговского центра здоровья высоко оценили на среднерусском экономическом форуме. Приятно. Но для медиков важнее, что их труд приносит пользу тем, для кого они работают. Вот здесь люди, которые неравнодушны, которые живут этой идеей. А если есть идея, которую ты веришь в эту идею, тогда можно свернуть все, что угодно сделать. Конечно, им нравится эта работа. Это самое главное, чтобы работа нравилась. И мне очень приятно о том, что у них отношение к человеку уважительное. И вот, знаете, вот такое доброе, и люди расцветают.